В Западно-Казахстанской области решается одна из самых острых проблем. Там идет реконструкция автомобильных дорог. Полностью завершен ремонт участка республиканской трассы Самара-Шымкент. Начата реконструкция трассы Чапаева-Жалпактал-Касталовка и дальше до Жанибека и границы с Россией. В прошлом году на ремонте дорог областного значения было освоено около 7 миллиардов тенге. В этом году планируется провести капремонт 85 километров дорожного полотна, соединяющего райцентры с Уральском. Всего же в текущем году планируется реконструировать свыше 200 километров дорог местного и республиканского значения. В 2015 году из республиканских и местных бюджетов запланировано выделение 6,3 миллиарда тенге. На данные средства будут выполнены работы по капитальному ремонту, среднему ремонту автомобильных дорог протяженностью более 85 километров автомобильных дорог. За последние 5 лет по Западно-Казахстанской области на автомобильные дороги на ремонт, на содержание выделено 24 миллиарда. Это вот 2010-2014 годы. А в 2015 году выделено около 7 миллиардов тенге. Это, соответственно, первый – это Уральск-Каменка, который выход на Саратов, протяженность 100 километров. В этом году, на 2015 году выделено 3 миллиарда тенге, и в этом году будет работа начата.